приглашаем вас на чемпионат России по автозвуку «Раскраши 2016». Именно здесь сегодня самые громкие, самые мощные машины со всей страны. От Москвы до Владивостока. Куча красивых девчонок, крутые подарки и, конечно, самая мощная музыка. Идея заключается в том, чтобы выявить сильнейших участников в двух категориях. Это качество звучания, именно достоверность звучания, и звуковое давление, это у кого громче. Взлетающие самолеты, наши ребята уже давным-давно перешагивают по громкости на много-много децибел. Взлетающий самолет – это порядка 140, а лучшие результаты уже подобрались к 170 децибелам. Сам автомобиль стоит 41 тысячу рублей, но вложено в него уже более 400 тысяч рублей. Для меня не существует другой шумодиации. На самом деле перепробовали все, ну, кроме СТП большие, вычеркнули все остальное. Можете посмотреть, что неоднократные там вот чемпионы России, да, вот ребята, кто даже молодежь, да, то есть пользуются этими материалами, они доверяют этим материалам, я сам доверяю этим материалам, то есть... Свои автомобили там на протяжении там, 15 лет я делаю только материалами стандарт-пласт. Я выбираю лучше. Хочу поздравить компанию СТП с юбилеем. Желаю им процветания, рейтинга большого, продаж повыше, прибыли и побольше новых клиентов. Чтобы все у них складывалось хорошо, чтобы не оставались на прежнем уровне, а чтобы росли, росли и росли. Желаю им новых продуктов, стабильного качества, как всегда, и больше общаться с установщиками, и придумывать все новые материалы, которые будут все эффективнее. Поздравляю стандарт-класс с юбилеем! Желаю процветания, всего самого лучшего! Ура! Поздравляю с днем рождения, стандарт-класс. Желаю вам успехов и процветания.